Да. Топов не хватает. А что, в Ух. первой ТТГ десятки что-нибудь выпало нормально, нет? Нихуя не Не выпало. пришло. Ноль ткани. Всякая Ткани нет. параша. Параша всякая повыпадала, блин. Микро не робит. Ну пиши в чат тогда, хули я могу сказать тебе. Сезу чуть не А что обрыгался. такое? Чуть не обрыгался, да? Все видели. Так на меня челик повернулся, нормально все? Я понял, блядь. Челик повернулся. Блять, в рей нахуй. Хули ты там под ебалом стоишь? Думал, что там еще один блок. Ну, Ладно, блять. поздно перебегать. Топовый ТЦ. Почему? Че, прессочку вот меня покидаешь? Ты еще голды нахуй. Ебать ты гломик нахуй. Брябай, ты синюю джагу кидаешь? Ты ж только шоками херачишь. Так. Я буду тогда и желтый. Дайте рыбу, рыбу. Ну тогда мне поясочку. Так, первая пати налево к танку. Вторая пати направо не к танку. Понятно, да? Кто сдохнет, тот пидор. Тоже понятно, да? Все, тактика охуенная. Лева, в двух словах. Вот. Так. Вот, Лева, человек. Кратко, сестра таланта. Давайте. Мы знаем, что человек. Где там отчет у меня? Вот он. Давайте, погнали. На паровозах не стоим и из луж выбегаем. Из луж выбегаешь. Все. Есть вообще смысл с пула считывать? Да нету, да? Есть, конечно. Так, ну давай, допустим, засчитываем разок. Ну, на мельков что-то кинулось, нахуй. Я побью пока босса, нахуй. О. Берегитесь. Крузис, надо его спасти. Сбегаемся. Ебать, чё он? Бомж, сука. А кто второй хил? Давай захилим. Так, спаслись. Вот сейчас обстрел, сейчас на нас еще будет это. Я словил. Я понял. И ты словил, и Крузис еще словил нахуй. Ну ГЦ хули нахуй. Четенько. Ну что нахуй, хилить будете или нет? Да кого хилить-то нахуй? Там два конфликта, блядь. Кого тебе там хилить? За 10 тысяч 50 тысяч приеду, блядь. За 5 секунд 50 тысяч приеду, вот и хиль. Каждую секунду по 10 тысяч, охуеть. Крузис, сука, ёбана в рот. Я сейчас поставлю на себя метку и смотри, как делаю я, и повторяй нахуй. Как играть в эту игру, когда играешь хилом, дамагеры не дамагают. Играешь дамагером, хилы не хилят. Да, это как всегда, нахуй. Это все из-за того, что ты в рейде. Это из-за тебя все. Квадратные колеса не крутятся, да? Крузис, нахуй. Вот я сейчас ставлю на себя звезду, на тебя кружок, нахуй, и ты стоишь рядом со мной, блядь, метров 10. Чтоб, блядь, быстро научился.
Вот сейчас видел, паровозики были, линии такие. Вот из них надо вымигать. Только сначала с одного, потом с другого. Подожди, так гайд не рассказывают. Вот не так, вот как он тебе рассказал, он тебе хуйню рассказал. Вот ты должен знать, в какой момент тебе выпрыгивать нахуй. Если ты это не будешь знать, блядь, ты будешь бомжом, блядь. Вот рыба. Поэтому я тебе метку поставил, чтобы ты глазами своими увидел, когда и что надо двигаться. А если он заслакает? Пизды получит. Нет, не надо СС нахуй. Не надо СС здесь никакой на себя. Ни БР, ни СС здесь не даются. Потому что там 300 тысяч IQ надо нахуй, чтобы понимать, блядь, что делать потом. Так, пристимов дали, да? Так. Все готовы? Со мной пошли, кружок, нахуй, на меня смотрим. Как ты смотришь, что все готовы? Я нажал, что не готов, а ты говоришь, все нахуй готовы. Заебал, ну давай еще раз, нахуй. Он тебя не считает. Сука, пиздец. Даю отчет. Даже не бей, нахуй, жди, смотри, блядь. Ну, с пула там 10 секунд, можешь побить. Где звезда и где кружок? Встань со мной, блядь. Так, вот сейчас я посчитаю, блядь. Вот сейчас уже стопай и стой, смотри, что происходит, блядь. Блядь, способности все по кругу повторяются просто. Так, вот смотрим, на ком будут первые гейзеры. Внимательно смотрим. Вот вышли, вышел с этой хуйни. У тебя телепорт должен на эту хуйню стоять. Телепорт сейчас. И смотри, на те стаки копятся, не двигайся. Сука, не бегай бесконечно, бомж, нахуй. Пизда, блядь. Ты двигаться можешь только ограниченное количество времени. Видишь, как я бегаю? Пробежал и стоишь, нахуй. Дебаф на себе прочитай, нахуй. Русский язык знаешь? Прочитай дебаф, блядь, на себе, пока стоишь, чилишь. А то хули, конечно, так ты хуй, когда узнаешь тактику. Вот обстрел, смотри. Да заебало, я же ходил, нахуй. Вот. Хуяк? Понял, нахуй, смысл, блядь. Вот теперь, чтоб сам повторял эту хуйню. На третьем стаке этой зеленой хуйни ты ловишь этот, скажи... Дезориентацию, да. Все, дальше играй, только всю эту хуйню выполняй. Смотри, гейзеры скоро будут, нахуй. Вот, на ком там, на фокусе, нахуй. Давайте быстрее спасаем. Сбегаемся, спасаем. Еще и гейзеры, блядь. Бать, хорошо засчитывал, нахуй. Сейчас геру дать. Я заебал, бля, без геры убьем. Берегитесь. Все, Крузис, я тебя научил, нахуй. Теперь ты скиллованный, бля. Просто ебашим. Вот милики выбежали, нормально. Обстрел, смотрим, Крузис, внимание, блядь, на пустую встал. Теперь выпрыгнул на пустую. Молодчина, ебать. 500 ТП, блядь, в гриффиндорскую копилку. Все, видал, блядь, гайд. Вот, выходи с этой хуйни, портал у тебя должен стоять. Не сдох, смотри, заебись. Так, дамажим сильнее, что-то я заебался хилить уже. Бьем мы сегодня эту хуйню или нет? Так, в рей нахуй этот самый глыбу. Немножко осталось. Пойдет.
Так, что там на меня выпало что-то? Сука. Нет. Блять. Да. Одна залупа ебаная. Блять, я хуею. Просили кожу. Я кожу просил, главное. Ну это хуевая чарка, конечно. Ну да ладно. Тривковая. А что там вроде будете, чарка не показывается. Надо кому-то друид инвалид на, забирай. Так, а это надо тебе друид инвалид на, тоже забирай. Будет коллекция целая. А это что? Запы. С критом на, тоже на сову забирай. И питомца на, тоже забирай. Все забрал, блядь, ГЦ. Нормально. Ну хули. Сейчас будет самый... Побосс на человека, нахуй. Это, Бурибай, ну сейчас придется тебе отдуваться. Сейчас придется покастовать немножко свет небес. Там несложно. Немножко надо похилить. Втроем похилим. Блять, надеюсь, на меня что-то выпадет. И мне что-то начнет, у меня уже подгорать начинает. Ебаная ТТГ это, блять. Сейчас подожди, я гляну, на чем у меня чарка там. О, что-то дамаг какой-то, блядь. Паша, ты тут? Да. Где, блядь? Т4 на Элема, это, блядь, слишком нахуй сильная хуйня. Заебись. У меня взрыв разума, короче, на штанах, нахуй. Еще прям иду. Кайфую. Хорошо, что не взрыв штанов. Нужно это. Хорошо, что не взрыв в штанах. Угу. Взрыв в штанах, когда начинает девочка какая-то говорить. Врыв. Врыв в штанах. Ебать, я охуел этот. Переворот стола. А вы смотрели фильм «Буря в штанах»? Нет. Ой, нет, гром в штанах, гром в штанах. Нет. Бля, концепция фильма вообще разъёб. Там типа у типа... Блядь, сколько ему лет, блядь, этому фильму? С рождения, типа, несварение желудка, он постоянно пердит. Ну, по-моему, нет. Ебать. Метеоризмы, короче, неконтролируемые. Хорошо, а мы поиграем сейчас. Кидай ПС-ки, блядь. Заебал, я забыл про ПС-ки, нахуй. Я там челик обучал. Я иду, нахуй, чё за хуйня, блядь? Крузис, нахуй, тут будет прилетать саппорт. Давай, обмен все на саппорт мне даем. А зачем ПС-ку этому шаману? Чтобы шаман топ-1 в рекаунте был. Зачем тебе шоком весь урон? Нахера тебе ПС-ка? Смотри, значит, Крузис, здесь гайд такой, нахуй. Там будет сфера пролетать, черная такая. Она будет... если в ней никто не будет стоять, то все, она задамажит весь рейд. Мы все сдохнем сразу. Поэтому, блядь, в ней надо, чтобы кто-то стоял. Но когда в ней стоишь, надо прожимать сейвы, хилиться, короче. И этого челика надо захиливать. То есть хилы обращать внимание. И еще черный пол будет. С черного пола выходишь. Вот, но если ты стоишь в сфере, то, ну, сфера там радиус 8 метров. А чё за хуйня? У меня не одето это. Сейчас, подожди, я топ. У меня почему-то нахуй не пьется саброд. Ну и всё, не пей. Лох, не, реально, не знаю, он не пьется. Лох получается. Так, сейчас я масло намажу, блядь. Ну, типа, ничего не происходит. Сейчас релогнись, погоди. Ну тут так-то без саппорта можно убить, оставлю себе лучше. Ага, блядь, подохнешь. Смотри там на дыхании, кастуй пару раз цепуху через себя. Да, да, конечно. Ага, блядь. Я так и понял, что ты не будешь кастовать. Ну я кастану, заебал. Ну ладно. Все, все готовы, подходим. Давай, отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так. Так, через 10 секунд будет это самое. Вон сферу закрыли, да? Так, дыхание. Сферу не закрыли в миле. Ну так закройте, ёбаный стыд.
Животные пошли. Животные, не знаю на кого. На меня что ли нахуй могу курить? А на кружок, наверное. А вот это? А вот на кружок. И на тебя. На друида там побежать. Сейчас мы его засчитуем. Это надо захилиться как-то. Фокус, сука, ты в чем там стоишь? В говне в каком-то? Вышел. Чуть не сдох, блядь. Мне повезло, что я вообще хилю нахуй как бог, блядь. Так, что там? Геру скоро, да, давать? Вышли с бубликами, вышли, милики вышли. Вышли, разлили и вышли с них. И вышли с них. Ну, чтобы вас захилить, может, было, алло, блядь. Фокус, сука, не получай дамаг. Выйди с бублика, тебе не захилишься так. Так. Бля, заебусь. Бублики вышли. Геру. Геру и под боссом залейте сферы, или надо сейчас вас сожрут милики. Вышли с бубликов, чтобы вас можно было захилить, блядь. Заходим, в эту хуйню заходим в бублик. Так, гейм на хп, всю хуйню. Бублики умер, сука! Ну ты бомж просто, блядь. Просто, блядь, не фартануло. И даже Геру не дал. А почему вы бомжи такие, нахуй? Я в ахуе. Я не знаю, как вот мы два ляма этих добивать будем, нахуй, если весь рейд лежит. Три тела лежит просто, блядь. БР. Какой нахуй БР, блядь? Друидовский. Нет усталанки, я вставал на этом. На собаке, когда бывает на месте. Я в ахуе просто, блядь, с вас хилить нахуй. Сейчас он сдохнет, блядь. Давайте, добьете. Ну конечно, нахуй, если я захилю. Некому. Да задрал. Мудаки, сука, почему вы упали втроем, блядь? Давайте сейчас убьем. Сука, дауны, блядь. Забежать в кружок сложно, даже. Отбегайте и бейте. Смотри, где мое дело лежит. Даже Кразис забежал, нахуй. Да ты какую-то не хуйню просили, на себя нажал. Не прохилили. Да, сам себя кто будет хилить, я говорил, блядь. А сейф у нас что, был какой? Стил слабый просто. Да лохи, сейф, потому что. Сейф отдавал. А в кружок в какой ты зашел? Там, где 10 кружков в одном месте было, нахуй. Надо заходить в один кружок, блядь. Сука, бомжи. Даже Кразис, нахуй. Вот побойтесь бога, блядь. Даже Кразис, который первый раз тут, нахуй, все идеально сделал, блядь. Он и топ ДПС дал, и зашел, и выжил, блядь. Кразис красавчик, нахуй. Так держать, блядь. А вы че? А я. А вы что, убили, что ли? Да. Да ну нахуй. Я добил. Я же говорю, добьют, а они отходят, там танчить, в принципе, не надо, отходят и бьют. А я хуесошу, думаю, сейчас заново хуярю эту хуйню. Спасибо, ты так добр. Пожалуйста, Войт, пожалуйста. Ебать, хорош. О, плечи, короче, прикинь, восполнение 1200 здоровья, 25 секунд. Хуйня по-любому. Хуйня полная. Кожа. Ну и баловский. Мне чарка на снижение магического урона от этой баловки. Дайте бафы сразу же, пожалуйста. Так, дробяшка кому нужна? Так, на ГЦ. А, ну да. Так, плечи. Что это? Чарка Рпаловская. Рпаловская? Касание света, каждый заряд. Что это такое? Поиск правосудия. Кому надо с вас? Не надо? Не надо. Ну, мне, в принципе, не надо. Ну, если никому не надо, давай сюда. Борьба. Нормально. Так, ну пусть будет. У меня эти кольчужные плечи. А кожа кому? Ну, друиду, да, нужна? Друид, пятая шмотка, сегодня выигрываешь просто. Видишь, как круто ходить в рейд. Было бы лучше на сову, блядь. Все, сейчас еще этого босса впятером захилим, втроем захилим. И нормально. Сука, ну не дай бог там ничего на меня не выпадет. Это пиздец. Пойдем еще одну ТТГ тогда. Если что-то выпадет, чарка на священный огонь мне нужна. Не, мы идем взломан после этого. Я понял, блядь. Ну да, взломан. Удачи там, бля. Войт, у меня кончились персонажи. Придется в Зулман идти, наверное, тебе. Да ебал этот Зулман, хули вы там забыли, а кому там что надо? Мне посох. Посох. Палка, голова. И три. У Хистории два ножа. Я даже знаю, кто... забрал даггер с лича. Я понял. Там и спина нормально падает.
Я Зооман понял. Посох нужен мне, и этот, и Триня. Ну, ты, значит, релить будешь тогда. Хули там релить? На плюс 3 пойдем, 3 боссов убьем, и все, и лофаемся. Я понял. Триню не будем выбивать. Долго. Объяснять еще. Да нахуй этот четвертый сундук, нахуй не нужен. Я хочу Триня для головы. Так. Маунтов олдскулы с пугами потом сгоняй. Олдскулы с вило... Ешьте рыбу. В смысле, у тебя ссылка 10, крайзис не закрыта, чтобы в ЗА пойти? А, 25-ку можно. Просто пацана на геру брали, а у него не закрыто 10, оп, я понял. Мне на магии нужны. Чё, так же, как в первом раз? По беспределу? По беспределу, да. Вы его хоть в демона спекните, чтобы давал, блядь, баф какой-нибудь. Нахуй. Вар готов, нет? Топ ДПСера в демона? Ребаф? Какой ребаф? Ну я не знаю, дай лапку. Каску. Есть баф, дайте. Лап, там каски, дайте. У меня тоже нихуя нет. Приз баф. Воет баф не баф. Я дал уже, ебать, заебал. Этот, каски не наблюдаю вообще на себе. Ни одной. Мне тоже вроде нету каски. Хуйня какая-то опять с паладинами происходит. Борьба всем каски, я, кулаки, МП5. Да вот, бля, на каждом сервере, да, проблема паладиновская? Почему? Ну, потому... Я не знаю, всегда баф. Дайте раскидываю. Нормальную каску, блядь. А у тебя что, лоховская? Ну, какая-то лоховская. 10% нормальная. Всё, поехали, нахуй, даю отчёт, не башим. Так, звёздочки все стоим, если чё. Чтобы я один диспел дал и всё. Так, вынесли эту хуйню, вернулись. Берегите. Отвернулись. Убежали. Выносите. А че вы у двери встаньте, там нормальное место. Да только развели хреново. Ебать вы по нулево. Похуй. Берегитесь. Так, отвернулись. Брюбай, я не вижу. Брюбай, вернись к нам, блядь. То это. Диспелим. Фрей. Вон у дверей можно две метки сейчас вынести. Да, спокойно. Свернулись. Так, не спылим. Крайзис. Блять, тут просто диспелится все, блять. Не знаю, нахуй. Одну кнопку дал, диспела и все, блять. Не знаю, почему некоторые люди вайпаются тут. Так, на мне метка, нихуя себе. Вернитесь к звезде, не стойте в залупе во всякой. Вот, встаньте в звезду, блядь, чтобы диспелить разом одним разом. Вот, диспелим, выносите. И возвращайтесь. Борт Герру? Носи метку, кто там? 4, 3. Берегитесь. Отвернулись. Так, ну давайте чуть вот сюда встаньте, в звезду перебегите все. Метки выносим.
Че с варом там похитить? Так, скоро фир будем готовимся. Отвернулись. Метки выносим. Че там, скоро он сдохнет, этот ебаный босс? Через 3.5 миллиона. И вон и хп кончится. Берегитесь. Отведу. Бомж. ГЦ Крузис, нахуй, как дела у тебя там, нахуй? Вы умрете. Так, сука, что там мой шмот? Кожа, одна кожа, короче. Я понял, блядь. Это просто на конченый ТТГ, нахуй, по луту. И главное, блядь, вот повышает запас здоровья, ну вот, говно, блядь. Вот это надо кому-то на хила топор? Да, мне на хила топор надо. Так, все, теперь ты будешь хилом. Дайте портал доллара. 5 раз. Пояс. Пояс кому надо? Ну, друид инвалид. Мне, все мне надо. Мне все весь лутки. Так, пояс тебе не надо. Капюшон тебе надо? Надо. Капюшон. Друид инвалид тебе не надо? У меня есть. На, повезло тебе, короче, у пацана тут все есть, получается, на тебе, нахуй, на дух, нахуй. Я могу запястье еще отдать. Займись, надо? Продам, нахуй. Че, все, да? Или что-то еще будет? Ну, я хуй знает. Не, я ДРТ почилю, ну. Я бы тоже почилил. Я вас понял. Во сколько?